Здесь, если нужно, попадешь, нужно, ребята, переходить по узким тропинкам, узкие тропинки. Там можно обрыв. Вот. И движемся вдоль склона. Сыну рассказываю, говорю, это в играх вы сидите там. Прыгнул сверху, внизу приземлился, да? И все нормально. А здесь идешь, и только страшно. Смотрите как, видите? И потихонечку руками держишься. И тем случаем передвигаешься. Ждем. Человек один пройдет, следующий идет. Держись руками, Артем. Потому что лететь туда не хочется. Не, ну вы так присаживайтесь, смотрите еще по сторонам. Так, ну смотрите. Фух, отдышаться надо. Прибыли в другой пещере. Копченая называется. Старая Мурадымовская, да? Да. Здесь дверь открыта. Вообще, говорят, закрывает. А почему закрывает, Серег? Не знаешь? Я покажу. Ага. Ну все, идем. Давайте, смотрите, ребята. Миша, а здесь серебра нету? Нет. Что, парсар отойдет? Нет еще пока? Сейчас какой-то. Что, опять что залазить? Не-не-не, нормально. Точно, пошли посмотрим. Пап, я не хочу. Не шугайте их. Кого? Это просто копченость какая-то. О, смотрите, вот серебро. О, видите, серебряные эти. Да. Отметины. Блестящие. В прошлом пещере то же самое. Что это такое? А? Блестящие. Серебро. А ты туда это? Пошли. Летучие мыши. Где? Вот это копчёно. Это вода вытекает оттуда. С это. Ну вроде. Вот. Я думаю, света хватит. О, смотри, папа пошел. Уже холодно. Уже холодно. Я иду. Ба. Смотрите, какой высоты зал. Офигеть! Ой, скользко. Смотри. А вон туда альпинисты. Так, Серега, надо посветить туда вверх. Во-во-во, туда свети. Да. Ага. Еще и под ноги надо смотреть. Угу. А вон наверху что это? Поход что ли наверху? Да. Поход наверху? Да, туда, кстати, там проход один есть. Что естественно, там? Без оборудования мы туда не заберемся. А что там? Не знаю, я ни разу там не был. Я просто не... Ну давай дальше пройдем. Не спелеолог. Поэтому... Да. Там колбаску как-то. О. Еще дальше. Процесс. На меня не, на меня не светить. Пещеры образовывались. Туда светить, вперед светить. Смотрите, камень. А может упасть? Что-то не и завалить. А далеко еще идти, Серег? Нет. Тупик, вот туда у вас, наверное. Можно еще вниз там. Мы туда без веревок, мы тут не залезем. Папа, не страшно. Сзади светить. Страшно. Так, подожди. Вон там за углом.
Смотри, а потом как вылазить? Там же сыро все. Ага. Ну да, сыро. Это же пещера. Не, пещера я сыро. Туда не пойду. Ну, как обычно, обычно, да. Так, кстати. Веревку видишь? Да, веревку вижу. Так что, если есть желающие, пошлите дальше. То есть, по веревке можно залезть вон туда выше, да? Я там ни разу, честно говоря, в жизни не был, но пещера очень длинная. Очень капает. Да, и тут влажность такая. Пап, пошли назад, а. Сейчас пойдем. Сейчас свалится на нас, но я сыку. Очень сыро. Нет, смотрите, сталактиты. Угу. Ну, у нас еще одна пещера очень. Нет, я все. Так, ребята, так, если вы видите, стенки пещеры черные, это потому, что поэтому она и называется лайкосы, копченая. Лайкосы. Копченая, блин, колбаса. Так, что, возвращаемся? Ну да. Мы без оборудования дальше не пройдем. Да, просто можно, но это очень опасно. Мы, как говорится, не готовы на все это. Мы просто обзорно показать. Так, мы возвращаемся назад, ребята. Пошлите назад. Тоже да, очень скользко, влажно. Вот я чуть уже не упал. Все, пошлите, выдвигаемся. Так, давай, дети вперед, дети вперед. Что-то упало. Вперед, вперед, пошли. Возвращаемся обратно. Такая возможность, зашли, какие-нибудь хулиганы вас на замок закроют, а у вас ни оборудования, ничего нету. Пап, и что делать? Папа, поэтому всегда думайте. Смотрите, сколько желающих поднимаются, если вам будет видно. Посмотрите, желающих подняться, посмотреть. Очень много. Мы приехали в четверг, сегодня пятница. У нас еще места были свободные, но обычно на выходные здесь все забито. Поэтому, если интересно, приезжайте раньше. Будут и интересные места, ну и народу будет поменьше. А здесь в любое время года можно быть? Даже в любое время года можно приезжать? Да. И зимой? Здесь по осени, представляешь, какие краски? Лиственный и хвойный лес, все смешанное, желто-зеленое, все разными оттенками. Так, мы сейчас куда с тобой идем? Сейчас мы идем в Змеиное. Змеиное. Что, гора? Нет, пещера. Змеиная пещера. Только всё, не змей. Мы двигаемся. Змей там нет. Веточку мне, веточку держи. Себе. Зажуй. Ребята, дикий чеснок. Очень отдаленно напоминает чеснок, да? Угу. Ну, есть. А вот смотрите, какая интересная штука. На скалах растет. Из трещин, да? Угу. Птички, если вам слышно. Надо идти, дети зовут. Вон сухое дерево. Нам примерно нужно туда. Смотрите, как сложно. Все, мы остались без воды. Я возьму, поднимусь. Вот дети друг другу помогают. Ну, залезть вообще проблемно. Давай, давай. Сам стою, знаете, еле держусь. Так, ну что, наша очередь. Ребята, вот, не знаю, стыдно, не стыдно, говорю как есть. Подняться боялся. Такой метра полтора камень. Дети залезли. Не знаю, у меня страх вот сидит. Кое-как сюда забрался. Сижу отдыхаю. Ребята стоят. Ждем дальше. Пойдем. Вот Серега нифига ничего не боится. Нет, что, я здесь несколько раз был. Да. Но впечатления и чувства, конечно, переполняют. Но больше у меня самосохранение, что ли, вот это вот какое-то. Короче, вот так вот. Приезжайте, пробуйте. А мы дальше. Борем свой страх. Борем. Чья голова? Ну, это обезьяна. Голова обезьяна. Очередной передых. Вот тяжело. Там, где дерево растет. Но видишь? Нам нужно добраться до туда. Но мы идем.
Нам надо туда. Очередной привал. Для вас это раз привал. Сколько я страху натерпелся, вы не представляете. Вон там он. Поднимаемся без страховок. Снизу кажется ерундой. Но это не так. Помните, я снизу показывал вот это сухое дерево. Вот мы сейчас здесь. Так, вот мы в змеиной пещере. Змея, потому что она зигзагом идет. Тут комаров куча. А что тут такого? Мне страшно тут. Не страшно? Конечно, страшно. Нифига себе тут комаров. Давай, иди. Ау, башку съедят. Иди, комары. А кто? Ух ты ж. А дальше не лезь. О, камень висит, смотри, какой здоровый, прямо над тобой, над головой. Иди сюда. О. Висит? Ну вот, смотри. Между скал, между трещиной, между двух скал застрял. И ты сейчас прямо под ним стоял. Да. Проходи. Спасибо. Пожалуйста. Пап, влезешь? А он не упадет? Нет. Контент. Он здесь уже много-много лет висит. Столетий. До сих пор не упал. Но если его подвигать. Не надо. Не надо. Миша, давай вперед проходи, потому что у меня спина уже не гнется. Вы, скорее всего, дальше вдвоем пойдете. Давай. Почему я впереди? Не страшно что-то. Ау, башку стукнулся. Вот. Ёлки-палки, тут жук. Вот он. А это комары. Что тут комаров там? Да что, не вас кусают, что ли? Ты нет. Нет, пошлите дальше. Что-то это узко, надо поймать. А там что? Что она такая длинная? Еще поднимусь, туда вообще лечь надо. А мы, кстати, далеко не прошли. Тут семки кто-то ел, Найс. И бабочку прихлопнул. А что дальше-то? Дети, вы там далеко? Мы нормально. Очень. Иди дальше. Они в этих пещерах. Узкая. Идешь? Я не хочу назад. Змеиная. Иди вперед. Иди ты вперед. Избивается. Чуть боюсь. Очень узко. Надо. Иди вперед без проблем. А здесь вот расстояние между вот этими камнями. Нет, нет. Давай на свет. Метров 20. Не первый нужно, наверное. Да. Очень сильно вдохнуть нужно. Либо присесть, либо тут сидеть внизу. Я первый. Я дальше не попал. Чуть мне хреново как-то. А, там уже по там уже это. Да, ну нет, не тупик, а тупик. Ну, наверх. Большая прям. Ну не знаю, поднимусь, нет. Пошли посмотрим. Не знаю, давай. Это не видно. Да вот, смотри. Ой, там для малышей. Нет. Назад все. Пошли нажаться. Вы далеко прошли? Да. Да, далеко. Я как-то. А дальше можно было пройти? Да. Нет. Да, там. Ну там очень сложно. Да, там. Понизу. Вот смотрите, внизу всегда шире, чем наверху. Иди. А там внизу как раз это и не было. Там вверху было. Вот до этого вода не нашли, не достали. Там, подожди, мне как-то развернулся. Иди спиной. Застряли. Давайте мы здесь полчасика посидим. Зачем? Постынем. Нет. Пускай папа твой поволнует. Сейчас комары покусают. Нет, пошли. На нас камень упал! Смотрите, иди. А здесь вниз получается, нужно как-то идти, да? Иди. Пошли. Кш. Сейчас подожди. Не то что снимать. Елки-палки. Не толкайте, я еле провалил. Хурыгры. Господи. Как ты так за год растолстел, а? Он камень этот висит должно. Сколько лет висит, не знаете? Ребят, я застрял. Прыгнись, нагнись. Нагнись. Тут внизу тоже узко. Все. Если только наверх ползти. О, смотрите, там ход какой-то. О. И какой-то камень висит над головой. Пошли. Стой, Миша. Ну-ка, подожди. Сейчас, ладно, сейчас вверху.
Так. Пылим котельки. Сейчас фотоаппарат убьем. Он там внизу висит. Капец. Стойте, не падает камень? Нет, не падает, пошли. Ты даже не снимаешь. Я снимаю, я стараюсь, просто я тут это смотрю еще где. Вы не снимаете. Пап, тебе не написано, что ты... Миша, я опять застрял. Да... У тебя не написано, что ты снимаешь даже. Блядь! Артём, у тебя бывает такое? Где же снимаешь что-то? Оказывается, ты не снимаешь. Я сейчас снимаю. Я это все снимал. Да? Да. Смотрите, что дальше. Свободно можно идти, хорошо уже. Ну все, пошли. Там папа уже кричит. Он нас потерял. Вот если маленький камешек вот этот вот вытащить, вот смотри, Миша, вот этот вот. Я вижу. Давайте пошли. Вот этот камень упадет точно. Да, давай быстрее. Быстрее пошли. Чтобы на Артёма, если чего, помочь. Реально, то сейчас папа мне пугает. Реально, да. Перепугается. Реально, нереально. И полезет за нами, будет хорошо. Ух ты, сколько комаров-то. Слушай, может быть, он таким образом свой страх перебудет? Да пошли уже. Мы застряли! Да не застряли, хватит пугать его. Он и так уже штаны чуть не наложил. О, прохожу. Пока еще. Так и... Не можем выйти! Да... Тут комариное царство. Ух ты ж! Застряли! Мы застряли! Мы выйти не можем! Папа слишком толстый! Помогите! Не слушай их! Они врут! Камень стоит. Такое ощущение, что подойти его, толкнуть. А вон птички, смотрите, вон они между... Смотрите, вон они сидят. А, там гнездо у них. Да, это видишь, гнездо. Камера, к сожалению, не приближает, но... Слушай, туда можно подойти, наверное. Как? Нет, вот по этим скалам подняться, вот смотри, по скале. Ну да. Все, пошли. Вот, представьте, птички и вот там гнездо летают ниже, чем мы находимся. Мы находимся выше птичьего полета. Вот, стою, держусь, потому что немножко страшно. Спускаемся. Камень прям пологий. Нужно держаться за скалы. Вот, смотрите, как можно укатиться. Смотрите. И нет тебя. Поэтому давайте в режиме онлайн. Дай будет снимать. Да кого снимать? Мне просто страшно. Виталий, если что, прям садись. А я лучше, знаешь как, вот так вот. Прям сразу сяду. Сяду нафиг, потому что, ну... Смотри, вот сюда дорогу. Вот тут за кусты цепляешься. Короче, за все подряд цепляешься. Ай, бля. Вот снизу смотришь, думаешь, фигня. На самом деле, не фигня. Это, знаете, как на машинах вы пишете, надо было газу больше, ты бы заехал, а вы приедете вот сами. Попробуйте. Сын, ты не спеши. Я не спешу. Поэтому, прежде чем писать какие-то комментарии, вы сами сходите, попробуйте. Или приедете, попробуйте. А потом о чем-либо говорить, да, Серег? Конечно. Это нужно испытать. Да, все нужно испытывать самому. А с вас лайк за мой страх. А кстати, посмотри этот камень, который, про который говорили, оторвется. Ну. Вот сейчас, чуть повыше камеру. Еще выше. Ну и что там? И сам обернись. Не хочу. Обернись. Я и так уже штаны навалил. Все, мы пошли. Давай руку или что? Сам давай. Давай руку. Давай, держу. Че, лежишь? Конечно, лежу. Вот, смотрите, где он. Спускаются. Преодолел минут 10. Карабкался там. Всеми пяти точками надо держаться. Потому что улететь вообще легко. Сейчас Серега, вот сына моего, пытается
Я сижу за вишарник, держусь. Вот. Короче, все пока по кайфу. Видите, с вами маленькое путешествие провели. Сейчас спускаемся. Идем домой. Мухи еще вот такие, блин, садятся, кусаются. Вообще жесть. А так, вот так вот, ребята, идти. Обязательно, если туда поедете, перчатки возьмите. Будет проще, намного проще. И обувь нужно брать хорошую. Ну, вот типа кроссовок. Ну, желательно пожестче, пожестче. И не в шортах ходить, как мы в супер-ниндзе. А одеть штанишки, кофточку, потому что там, видите, там то на коленях. Ой, блин. Ну вот, таким вот макаром потихонечку спускаешься. То есть спотыкнуться и улететь вообще элементарно. Но дети молодцы. Как бы страха такого у них нету. Чувство самосохранения, что ли, не знаю я. Мне почему-то вот было страшненько. И вот мухи, блин, то треугольные садятся, то то-то все. Так, что там наш? Вверх смотришь, аж голова. Сынок, давай, давай, потихонечку. Вот, представьте, мы сейчас были вон там вон. Сейчас нам туда голову поворачиваешь. Вообще пипец. Ладно, мы спускаемся, а то снимать мне неудобно. А поднимаешься, можжевельник, он крепкий. За него держишься и залазишь. Но это сейчас смелый, потому что уже сползаем немножко. А так все колени подрыжали. Не, мы весь мусор с собой забираем. Ну да, мы не мусорили эти занозы. Вот. Давай, давай, сынок. Ребята, может быть, камера и не передает всех эмоций и чувств, но на самом деле все не так просто. Ну что, почти добрались. Начался лес впереди. Так что у нас пока все удачно. Видите, как сразу раз и пошел лес. Уже хочется дойти. Вода кончилась. Искупаться уже хочется. Все ноги покорябли. Вот в таких джунглях, как говорится, мы и добираемся. Ну, конечно, память об этом у меня, у сына, будет хорошая. Так. Так что мы идем. Уже немножко у нас трудности. Сейчас мы будем вот так вот. Давай, давай, проходи, держу. Знает, куда идти. Вот здесь только так, ребята, друг другу помогать. Ой, идти цепочкой. Ну и, естественно, хорошая обувь. Ребята, вот мы вышли наконец на дорогу. Смотрите, ноги сына. Вот. Устали, конечно, устали сына. Сейчас до воды искупаться. Вообще жестко, ребята. Но все равно впечатлений много. Ребята, наконец-то до воды дошли. Подписка и лайк приветствуется. Так что, если есть желание или тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк и подпишись. Подписка и лайк приветствуется. Так что, если есть желание или тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк и подпишись.